Ребята, привет всем! В этом видео я вам покажу очень интересный метод, с помощью которого вы вообще забудете о сливе депозита. С помощью этого метода торгуют многие подписчики, многие мои партнеры. Очень простой метод. Я об этом методе рассказывал в своих видео. Я снимал об этом видео, но конкретно вот у меня не было видео об этом методе. И сегодня я вам все расскажу, все покажу на своем примере. Обязательно досмотрите это видео до конца. Будет очень интересно. Итак, погнали. Вы мне говорите меньше теории, показывай больше практики. Итак, я вам все, ребята, показываю на своем примере. Вот мой реальный счет. Многие, кстати, не понимают, для чего этот счет. Это счет для обучения. Понятное дело, что на этом счете я не зарабатываю. Да, у меня каких-то там 10 тысяч рублей. Просто многие подписчики берут с меня пример. И когда у меня на счету миллион, они тоже хотят заключать большие сделки. Так что теперь я вам буду показывать, как торговать на таком депозите, потому что 80% моих подписчиков торгуют на депозите до 10 тысяч рублей. Погнали, давайте я вам сначала покажу вывод средств. Я обещал, что вам все полностью буду показывать. Вот мои последние заявки, операции. Вот операции. Вот недавно вывел 2000 рублей. То есть смотрите, как я торгую. Да, я не разгоняю депозит. Сделал 10%, вывел. Сделал 20%, вывел. Сделал 20%, вывел. Опять сделал 20% депозита, вывел. И потихонечку вывожу. И у меня на счету всегда 10 тысяч рублей. Я боялся просто, как меня люди поймут. Потому что будут говорить, вот, ты ни хрена не зарабатываешь, у тебя как было на счету 10, ты сливаешь. Нет, я не сливаю, я вывожу. И чтобы убрать все вопросы, я буду вам показывать все свои выводы. Итак, переходим к методу, да, что же этот за метод? Я не знал, как его назвать, и я назвал этот метод выжимкой. Вы находите определенную ситуацию, горизонтальный скальпинг, к примеру, и торгуете до тех пор, пока можно торговать, да, пока не случится пробой. То есть выжимаете из этой ситуации все. Я торговал по таким ситуациям, у меня были видео по таким ситуациям, ссылочки я оставлю на эти видео в описании, посмотрите. Также сегодня я вам приведу в пример торговлю подписчика из закрытой группы. Итак, смотрите. 23 числа, да, я поторговал по такому методу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Заключил 7 сделок. Получилось у меня 6 плюсов в ряд. Давайте переходим к этим сделкам, будем разбирать эти сделки. Итак, ребята, я нахожу шикарный горизонтальный скальпинг и выжимаю максимум из этой ситуации. Вот, смотрите, первая сделка, вот она. Вот эта сделка. Все просто, да? Шикарный пик, я от пика захожу на понижение, сделочка закрывается в плюс. Идем дальше. Вот, следующий сигнал. 19.52. Вот этот сигнал. Просадка. Это же ситуация, да, от просадки захожу на повышение. Ребята, торговать очень просто, да, смотрите, какой здесь шикарный уровень, да, поддержки. Торговать очень просто. Любой дурак может торговать в горизонтальном скальпинге. Идем дальше. Следующая ситуация. Вот этот сигнал в 19.53. То есть вот, да, здесь был первый сигнал, здесь был второй сигнал, вот, третий сигнал. Шикарный пик, сделка закрывается в плюс. Четвертый сигнал. Опять у нас просадка, опять же, смотрите, куда идет просадка. К нашему уровню поддержки. И я опять заключаю сделку на повышение, сигнал заходит в плюс. Пятый сигнал. Где он уже запутался? Вот. 19.58. Сделочка закрывается в плюс. Следующий, вот, шестой плюс. Сигнал 20.00. Вот. Настолько быстро, да, цена взлетела. Я успел заключить сделку, что вот здесь даже не видно, да, прорисовки. И тоже у нас шикарный плюс. И следующий сигнал, здесь минус. Вот. В 20.03. Здесь я сделал скрин, но в последнюю секунду минус. И вот, на этом моменте я закончил торговлю, потому что после этого минуса график резко ушел вниз. Все,
случился пробой. То есть у меня по правилу, да, 2 сигнала в день. Но если я вижу какую-то определенную ситуацию, я могу ее отработать. Я отрабатываю ее, выжимаю максимум из этой ситуации и ухожу с рынка. Я интересовался у своих трейдеров, кто так торгует. Очень многие ребята так торгуют. Они вообще, я вот общался с одним человеком, он строго торгует по этой выжимке. Он строго ищет просто идеальный скальпинг. Настолько идеальный, что вот просто 2 ровные линии, и он там торгует. Вот практически как этот. Просто идеальный скальпинг. И он там зарабатывает по 30, по 50% от депозита. Я спросил у него, сколько у него получается находить ситуаций таких в месяц. Он ответил, что в месяц идеальных ситуаций бывает до 10 штук. Мало, да? Очень мало. Но если вы такие ситуации находите, вы в них зарабатываете по 30-50% депозита, то есть, если брать по 30% 10 ситуаций, да, 300% депозиту за месяц. Но зато, когда вы будете торговать с помощью такого метода, вы никогда не будете сливать депозит. У вас, конечно же, должны быть 3 ключа, вы должны придерживаться наших 3 правил: стратегия, риск менеджмент и мани менеджмент. Обязательно. Давайте посмотрим, да, как эти ключи здесь работают. Стратегия идеально здесь работает, да. Вы все видите сами, вы находите только горизонтальный скальпинг, только идеальную ситуацию. Если есть какая-то ситуация, ну, вам она не очень нравится, вы ее пропускаете, вы ищете, ищете, ищете. Нужно, не знаю, вот на протяжении дня там по 20 раз заходить и искать эти ситуации. Искать, искать, искать. Но если вы находите, вы садитесь, зарабатываете. То есть стратегия здесь работает вообще на 100%. Дальше, money management. Как работает здесь money management? Здесь бы я посоветовал торговать фиксой. То есть строго по 10% от депозита. Но опять же, ребята, бывают разные ситуации. Вы должны смотреть по ситуации. Бывает такая ситуация, вот секундный скальпинг, да, у меня много видео по секундному скальпингу, когда вот график просто вот так вот дергается, и у вас то плюс, то минус, то плюс, то минус, вы не успеваете, да, попадать в эти пики, в эти просадки. Тогда, конечно же, вам нужно увеличивать следующую сделку, если, да, предыдущая убыточная. Понятное дело, то есть в этой ситуации все шикарно. Здесь достаточно фиксы. Вот, money management здесь работает отлично. Вы торгуете фиксой. Но, опять же, в зависимости от ситуации. И risk management. Ваши лимиты, да? Как здесь работает risk management? Risk management — это ваши лимиты. Лимит у вас может быть на сделке, да? Вот, у вас срываются последние, там, 2 сделки, 3 сделки. Срываются последние 2 сделки, все, вы уходите с рынка, вы не торгуете. Или до тех пор, пока коридор не заканчивается, да, вот заканчивается коридор, происходит пробой, все, вы уходите с рынка. Вот, это ваш риск менеджмент, это ваши лимиты. Вы торгуете до тех пор, пока можно торговать, пока идет вот шикарный горизонтальный скальпинг, пока сохраняется коридор. Вот и все. Вы также можете попробовать, но на это, ребята, нужно терпение. Это не для всех. Все не любят ждать, все хотят все и сразу. Такая торговля для очень дисциплинированных ребят, такая торговля для очень терпеливых ребят. Вот эту ситуацию нужно ждать. Просто кто-то не найдет такую ситуацию, да, за неделю, и он скажет: да пошло оно все в жопу, я так торговать не хочу, я буду торговать, как раньше торговал. Вот, но если вы научитесь ждать, если у вас хватит на это терпения, конечно же, зарабатывать очень просто. Вернее, зарабатывать очень тяжело, торговать очень просто, да? Ну, что здесь сложного? Пик вниз, просадка вверх. Ребята, настолько все просто. И вот поэтому я остаюсь на опционах. Потому что так легко можно здесь торговать, вы нигде так легко торговать не сможете. Ни на Форексе, нигде. Это идеальная среда для торговли. Но зарабатывать здесь очень тяжело. Вот почему здесь зарабатывает только 20% людей. Потому что эмоции, потому что у вас появляется иллюзия легких денег из-за того, что торговать очень просто, да, здесь все понятно, появляется иллюзия, что здесь очень можно быстро поднять большие деньги, оно так и есть, но сохранить эти деньги могут не все.
Переходим к следующей ситуации. В следующей ситуации я торговал со своей девушкой. Я уже эти ситуации скидывал в закрытую группу. Давайте посмотрим эти ситуации. Итак, переходим на аккаунт моей девушки. Вот вам торговля, тоже за 23-е. Вот. На валютной паре австралийский доллар, новозеландский доллар. Вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 сигналов. Здесь, конечно же, картина не очень. Давайте разбирать эту ситуацию. Так, первая ситуация. У нас 1 плюс, 1 минус. Вот, 1 минус, 1 плюс. Первая сделка в минус. На 3000, кстати. А следующая сделка в плюс. Не в очень, да, хорошей позиции я заключил сделку. В принципе, видите, здесь как повезет. Вот в таких ситуациях, да, нужно увеличивать следующую сделку, если предыдущая убыточная. Следующая ситуация здесь. Вот эта вот сделка не зашла. Да, эта сделка на 3000 не зашла, а вот эти вот две сделки зашли. Вот. Эта сделочка на 1000 зашла, эта сделочка на 1000 зашла. На повышение, а вот сделка на понижение, вот, на 3000, прогноз не оправдался, давайте проверим. Вот, да, здесь у нас минус. И вот, следующая ситуация, это демонстрирует. Вот, смотрите, какой был резкий выстрел, да, в последнюю секунду. Но, здесь, да, я успел заключить шикарную сделку. График тоже резко выстрелил, буквально там на долю секунды. Я успел заключить сделку, а прорисовка этого не показала даже. Так. Вот эта сделка на 3000 рублей. Она закрывается в плюс. Идем дальше. Здесь опять же шикарный выстрел. Вот сделочка на 1000 рублей. Вот эта сделка в 15.20. Сделка закрывается в плюс. Следующая сделка на 1000 рублей в 15.22. Тоже сделочка закрывается в плюс. И вот последние две сделки. У меня два минуса. Вот, все, ребята. Происходит пробой, да, случается пробой. Все, цена уходит вверх, и мы останавливаемся. Не продолжаем. Ни в коем случае здесь не нужно заключать сделки на понижение. Вот, я заключил две сделки, цена пошла еще выше, все. Уходим с рынка. Нужно вовремя выйти. Вот, знаете, в чем здесь опасность? В чем минус этого метода? В том, что торговать очень просто, да, у вас иллюзия, что очень легко здесь заработать деньги, вы торгуете, да, у вас все сделки закрываются в плюс, 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 вы можете там словить 10 плюсов в ряд. И вот у вас появляется ложная убежденность, что торговать очень-очень просто, и что вы просто бог трейдинга, и вы продолжаете идти до конца, и в конечном итоге все сливаете. Здесь самое-самое-самое главное – вовремя выйти, уйти с рынка, вовремя выйти из этого скальпинга. Только у вас три минуса, вот это ваш риск-менеджмент, да. Для каждого, опять же, все индивидуально. Кто-то ставит себе два минуса, кто-то может поставить три минуса. Вот, здесь у меня три минуса, и я ухожу с рынка. Два, вернее, здесь у меня минуса, и я ухожу с рынка. И тоже нормальная ситуация. Здесь у меня плюс, там, я не знаю, плюс 5000 рублей я заработал, да. Почему нет? Шикарно все. Также, ребята, вы меня спрашивали по поводу 100% ситуаций. Вы меня просили записать видео, как искать эти ситуации, показать эти ситуации. Ну, вот эти, кстати, ситуации. Вот, это 100% ситуации. Но я запишу отдельное видео. Есть один секрет. Один секрет, который, ну, реально мне очень помогает. Я об этом секрете говорил, но, опять же, я не записывал конкретно про этот секрет видео. И я выпущу такое видео, потому что вы просили. Так что, может быть, в начале следующего месяца или в конце этого будет такое видео. Так что ждите. Теперь переходим к торговле подписчиков. Так, это торговля Паши. Его торговлю вы можете посмотреть на канале Инстардинг Торговля. Он присылает мне свои видео, и я публикую его видео на канале по торговле. Итак, здесь все очень просто. Здесь человек торгует от уровня сопротивления от пика на понижение. Да, все просто, смотрите. Идем дальше. Первый сигнал в плюс. Опять выстрел, опять пик. Он заключает сделку на понижение. Опять же плюс.
Второй сигнал в плюс. Третий сигнал. Опять же выстрел. Он заключает две сделки на понижение. Все шикарно. Плюс. Видите, как он торгует, да? Так, какой же? Четвертый сигнал. Видите, он здесь не торгует от просадки. Он здесь торгует от пика. Опять же. Выстрел, пик. Пятый плюс. Четвертый. Вот пятый сигнал. Пятый сигнал тоже заходит в плюс. Видите, все сделки заходят в плюс. Просто нашел ситуацию и торгует в этой ситуации. Вот, здесь уже он заключил сделочку от просадки, от уровня поддержки. Шестой сигнал в плюс. И вот он ждет седьмого сигнала. Вот, седьмой сигнал, тоже сделочка закроется в плюс. Видите, да? И все, и у нас уже происходит пробой. Все, пробой, и он уходит с рынка. Вот, отработал треугольник, да? И все шикарно. Вот как торговать в таких ситуациях. Смотрите, все сделки в плюс. Кстати, ребята, пока не забыл, еще был вопрос по поводу VIP-счета, да? Вот у меня на счету 10 тысяч рублей, а у меня VIP-счет. Смотрите. Вы можете пополнить счет на 100 тысяч. Вам дают VIP-аккаунт. Через 15 дней вы выводите деньги, и у вас VIP-аккаунт сохраняется. Все очень просто. Сейчас на VIP-аккаунте они сделали так, да, две валютные пары по 90, по две пары, да, две пары по 87, две пары по 84, ну, в основном так, и остальные пары по 80. Раньше, конечно же, два года назад, ну, у меня тогда не было VIP-счета, тогда все пары на VIP-счете были 90%, тогда это было, конечно же, круто, сейчас они это уже все, конечно же, урезают. Ну, вот так вот я вам рассказал, как можно получить VIP-аккаунт, да, у кого-то там взяли деньги в долг, пополнили, 15 дней подождали, главное, не слить эти деньги, чтобы вас не затянуло. Выводите деньги, оставляете себе 10 тысяч и спокойно торгуете, да, на VIP-аккаунте. Все просто. Вот такое вот, ребята, получилось видео. Я думаю, оно было очень полезным, интересным. Моя задача — показать вам путь. Запомните, деньги в карман вам никто не положит. Вы должны их положить туда сами. Все зависит от вас. Весь заработок зависит от вас. Ни одна там закрытая группа вам тоже не поможет, если вы сами не научитесь зарабатывать. Я только показываю путь. А весь анализ за вами. Кстати, мне часто задают вопросы. Кому из трейдеров можно доверять? Какая там закрытая группа самая лучшая? Никому нельзя доверять. Никому. Если есть какие-то сигналы, если вы торгуете по сигналам, никому нельзя доверять. Мне тоже нельзя доверять. Если этот сигнал не совпадает с вашим анализом, с вашим личным, вы в нем не уверены, вы не заходите в сигнал. Все зависит, ребята, только от вас. Кому интересно, добро пожаловать в мою бесплатную группу по обучению и заработку. Первая ссылка в описании. Вот это сообщество. У меня только одно сообщество. Вход возможен только через это сообщество. Первая ссылка в описании. У меня только одно сообщество. Все остальное — это развод, все остальное — это фейки. У меня одна оригинальная страница в ВК, в Инстаграме. Я никогда ни у кого не прошу деньги. Я никогда не раскручиваю никому из счета, я никогда никому не пишу первым, предупреждаю, не ведитесь на мошенников. Чтобы попасть в мою группу по заработку, достаточно написать в сообщении сообщества, которое находится по первой ссылке в описании, прими в команду. Вход только таким способом. И отправляйте сообщение. Только так можно попасть в мою группу по заработку и обучению. Там не только, ребята, сигналы. Кто-то думает, что вот в моей группе там сигналы. Нет, там статьи, там индикаторы, там аудиокурсы, там очень много всего полезного. Также там каждый день я раздаю людям по 500 рублей. Просто раздаю. Никакого конкурса там нет. Просто, если вы торгуете в моей группе, вы автоматически участвуете в раздаче, можно сказать, 500 рублей. Каждый рандомный участник, каждый день получает по 500 рублей. Один, конечно же. Так, не забудьте подписаться на канал по торговле. Вот здесь вы можете найти видео Паши. Вторая ссылка в описании. Здесь я публикую видео
которые мне присылают подписчики. Вы также можете мне прислать свое видео, и я его опубликую, если, конечно же, оно хорошее, если же оно полезное, информативное. Подписывайтесь на канал с отзывами. Здесь не только отзывы, здесь интересные, полезные советы от подписчиков. Третья ссылка в описании. Ну и не забудьте подписаться на мой основной канал. Также вот, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк. Всем удачной торговли, пока!